Друзья, сегодня 24-й год на дворе, и я хочу, чтобы вы, слушая мои истории, понимали стратегию мышления. Понятно, что эта стратегия мышления может быть неэффективная, но в целом приносит бабки. У каждого есть друзья, с которыми они соревнуются. И вот один из наших друзей в один год купил землю, как и мы, также в садоводстве. Все нормально. Он пошел по другому пути, нежели чем мы. Мы пошли по пути капитального дома, там с плитой, стены пеноблок, крыша четырехскатная. По такому пути пошли. Они пошли по пути быстрого кемпинга. То есть они сделали, насверлили эти сваи, построили там брус какой-то, самые там минимальные двери, окна такие маленькие, и заселились. Сразу в первый год заселились, стали тусить, стали нас приглашать, а мы к ним ездили. А у нас за это время только мы успели там фундамент, стены, крышу построить, и все. Они уже там все коммуникации сделали и начали там уже жить. Это был 2010-2011 год. В 2012 году вот мы как раз разговаривали с другом с моим на тему, что лучше. Он считал, что он сделал лучше и правильней, потому что построил быстро дом и стал в нем жить, и стал им пользоваться. Я защищал как раз мысль, что нужно делать капитально, нужно постоянно жить. В то время еще не было закона о том, что дом можно зарегистрировать. То есть в целом это как бы было, ну, типа незаконно. И он говорил, ну, смысл какой? Ты захочешь продать землю и ее продашь вместе с домом. Максимум, сколько это, за это дадут, 3 миллиона. Он говорит, вот я 3 миллиона вложил, я их по сути вытащу. Мне уже не интересно вкладывать ничего в этот участок. И, соответственно, он уже не облагораживал ничего. А мы пошли по пути, наоборот, вкладывания. В 2016 году мы в целом все коммуникации закончили. Закончили вопрос с водой, закончили вопрос с электрикой, с вентиляцией. Я просто вам рассказываю, чтобы вы знали. С канализацией, что там? Ну, со штукатуркой, со шпаклевкой, ну, все уже закончили. У нас оставались только двери поставить, кухню, лестницу. Ну, такие уже мелочушки. И я как раз пригласил ребят, чтобы они приехали и посмотрели. Они приехали, сказали, блин, круто, все супер. Но я вот что-то задумывался. В целом, мне уже не вариант, это вот друг говорит, мне уже не вариант делать из своего дома, ну, цельный дом. Мне нужно теперь уже все продавать и строить нормально. В какой-то степени я уже услышал не осуждение себя, а, ну, что ты, блин, молодец, все-таки достроил такое грандиозное, ну, как бы, закончил эту грандиозную стройку. И что получилось? Что в цене его дом в то время вырос максимум 5-7%, ну, то есть в целом он бы вытащил бы все, что вложил, и, может быть, какую-то, может быть, долю там инфляции покрыл. Мы же полностью покрыли свою инфляцию, и в целом наш дом можно было продать уже, ну, с некой даже, может быть, прибылью, потому что он уже был зарегистрирован как жилой, потому что законы поменялись они в нашу сторону, в защиту нас. И подтверждение своих слов я начал находить просто на рынке. Я бывал в садоводствах, где стояли яхты. Я бывал в садоводствах, где стояли там трех-четырехэтажные дома, такие здоровенные. И вот когда не было еще этого кризиса, люди в садоводствах сдавали дома за 200 тысяч, за 300 даже тысяч рублей. Мы один ремонт такой делали, нас пригласили сделать косметику в доме. Делал клиент, который снимал дом в аренду за 300 тысяч рублей на постоянку. У него были там, представьте, красные стены, мы их перекрасили там, ну, в зеленый, я не знаю какой. Ну,
короче, из жести перекрасили в жесть. И я когда с собственником дома разговаривал, говорю, а как вы позволили там из такой, условно говоря, красоты сделать другую красоту? Он говорит, мне клиент компенсировал работы, то есть он все на себя взял, и переделку этого же ремонта назад. Представьте, какие просто были деньги, да, водились. И я стал понимать, что садоводство, оно под себе... уже не смотрится как, ну, типа, чфу, ну, ты чему, ну, как бы, как ты можешь, типа, в садоводстве жить? А, ну, и жесть, как она и, как бы, служила, ну, проработкой мозга, типа, что это круто. А, вот для этого и нужно брать земли в ЖС, чтобы их продавать, потому что они продаются лучше. А жить самому лучше в СНТ, потому что у тебя коммуникации все уже выведены. Понятно, что это зависит от СНТ, там, от ДНП, но в целом люди уже прошарили, те, кто считает свои деньги, которые не печатают деньги, которые сами зарабатывают, они уже прошарили фишку, что жить можно в сельхозке, да, сейчас закон уже принят, что можно строиться, можно жить в СНТ, в ДНП, можно регистрировать, у меня даже в паспорте, я просто ради прикола пошел зарегистрироваться, у меня в паспорте весь паспорт, в общем, испичкан этими печатями. Потому что существует у нас мнение такое, где я пропишусь, то быстро продается. Поэтому, если у вас что-то не продается, обращайтесь, прописывайте меня. Просто уйдет, знаете, как этот, золотая подпись. Я вам ради прикола как-нибудь покажу, как у меня паспорт там просто испичкан всеми регистрациями. Вот, что я хотел вам донести, что то, что мы считаем правильным, не всегда правильное. Но я в целом не хочу вам сказать, что я правильно, просто я вам мысль или стратегию вашу свою рассказал. Для себя можно СНТ, ДНП, для продаж ИЖС, потому что на ИЖС просто люди повернуты, и поэтому за вот эту вот повернутость им можно накидывать, ну, легко продать просто. Ну, потому что они считают, что они не будут платить 10 тысяч в год. И вот это их подкупает. Ну, пусть подкупает. Мы к этому адаптируемся и нормально подожмем. Это моя мысль по поводу того, что нужно глобально вкладываться или не в глобально. Если глобально, все равно оценивайте свои ресурсы, чтобы не попасть на то, чтобы остаться недостроенным. Делайте с запасом, потому что стройка – это дно бездонное, можете вкинуть сколько угодно денег, потому что. Все, ребят, спасибо. Комментарии, что вы купили, где купили, в СНТ, в ДНП, в ИЖС, и почему вы там купили. Будет интересно чуть-чуть поругаться в комментариях.